Православные христиане встретили свой главный религиозный праздник – Светлое Христово Воскресение или Пасху. Полуночные пасхальные службы были отслужены во всех православных храмах. В главных кафедральных соборах поместных церквей их возглавили их предстоятели. Так в Стамбуле службу проводил патриарх Константинопольский Варфоломей, а в Афинах – архиепископ Иероним II, предстоятель Элладской церкви. Всего в мире существует 15 православных поместных церквей, старейшая из которых – Иерусалимская, а крупнейшая по числу верующих – русская. В России патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил службу в храме Христа Спасителя. В обращении к верующим патриарх с удовлетворением отметил, что в этом году, в отличие от прошлого, пасхальные службы проходят в присутствии мирян. По его словам, пандемия дала обществу несколько уроков, напомнив о хрупкости бытия, об ответственности и ценности живого человеческого общения. Кульминацией ночного празднования стал крестный ход, который сопровождался колокольным звоном.